неизвестный вирус странным образом влияет на поведение человека. Это я, Филипп, несостоявшийся молодой человек, или как все называют, неудачник. А это Софи, красотка нашего класса. А это Дениска, местный брутальный задира. Вот тебе звезда, за лучшее падение. Три адреса, три судьбы, помочь или проигнорить, твой выбор. Ну что за бред, а? В таком виде все равно я домой возвратиться не могу. Ну давай все попробуем, что там. Они бабки, о! Ну это же деньги на подарок Софии. А, ладно. Эй! На! Возьми, иди отсюда. Спасибо. Все будет хорошо. Так, вот очередной адрес. Кому? Эй, ты понимаешь, ты тупой, быстрей. Нужно помочь. Нужно... Блин, Дениска. Да они сами разберутся. Не мучи собаку! Чего? Собаку не мучи! Что ты сказал? Что-то новое? Резко стал смелым, да? Хотя бы костюм забрал! И больше не приходи сюда! Будьте хороши! Возвращайся к своим хозяевам. Вот и последний адрес. Кому? Не понял. Здесь покоится Филипп Карлов, 2019. София? Филипп? Вы не поверите, что я видел во сне. Дениска, что ты на меня так странно смотришь? Прости, что поставил подножку. София? Все хорошо. Все хорошо? Филипп Карлов был убит в 2019 году людьми, которые были подвергнуты неизвестному вирусу.